Так, и снова тотальная битва. И снова в бой покой нам только снится. Давно мнется пыль, летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Да, может так, может ошибаюсь. Ну, давно это было. Значит, да. Ну, я не смотрел. Перерыв был достаточно такой большой. Не помню, собственно говоря. Ну, а что тут помнить? Мы воюем, по-моему, с хиргитами. Ну, в общем, все, это все, мы воюем с хиргитами. И, собственно говоря, значит, захватывать какие-то тяжелого арбалетчика нам было продать. Захватывать какие-то, значит, замки я не буду помогать хиргитам, потому что мне это не интересно. Ну, разве что, если они осадят какой-нибудь замок, я поучаствую в осаде, не более того. Так, пленных хочу продать, это один тяжелый арбалетчик, я его продаю, и значит, мне надо нанять, у меня мало людоловов, хочу нанять бойцов, да, вот я нанимаю людоловов, возьму еще и горожан, наверное, потому что, ну, нет у меня людоловов, мало, я в последних битвах, в двух боях там чешу, потерял буквально из 70 человек 35. Так, местное ополчение. Охранник каравана, я поговорю с ним сразу. И будет он насмотрщиком за рабами. Ну, я сейчас проеду, наверное, все-таки по городам. Понаберу, значит, этих самых надсмотрщиков, и мне нужны, значит, людоловы. Чем больше людоловов надо. Впереди жестокие бои, я надеюсь, все-таки со свадами. Хиргиты мне особо не интересны, мне не интересны их, на сегодняшний день мне не интересны их феоды, ну и, собственно говоря, ага. Хиргиты и норды заключили мир, и свадья, и сарониды заключили торговый договор. Ну, в общем, мне не интересны ни их феоды. В общем-то, так, кто это у нас? Родовские копейские ветераны, мастера копья. Сарницкий конный лучник у них в плену, конный стрелок, всадник, арбалетчик, охранник каравана. 4 караульные сарониды. Так, ну, в принципе, можно их бахнуть. В общем-то, что нам мешает в этом? А ничего. Конные лучники, наемники у нас. Людолова выдвинем вперед. Угу. Ну, все эти ребятки, конечно, они эффективны только против хиргитов где-то так. Против родоков, я думаю, что они не особо будут эффективны. Ну, тут, в общем-то, мастеров копья всего 10, остальное копейщики ветераны. Попробуем их набить. Да. Когда разберусь, вы пожалеете. Атаковать противника. Мне родоки не нужны. Значит, давайте все. Вверху. И мы поедем. Значит, тоже кого-нибудь убьем. Хотя, в общем, я думаю, что я не успею. Ладно, я говорю, пока я подъеду уже на своем быстром коне, домчусь, от Радукова останется мокрое место. Трудно успеть за этой толпой. Копейщики ветераны и мастера копья, значит, в плену 15 человек, это хорошо. Сарницкий конный лучник, я не знаю, конный стрелок, ну, конный стрелок, это такое дело, конного стрелка мы, наверное, возьмем.
Охранник каравана, естественно, хиргитские всадники. Хиргитский конный лучник. Ага. Саранинский конный застрельщик, караульный, арбалетчик, всадник. Ну, кое-кого мы, наверное, все-таки продадим. Ну, в смысле, сдадим на юм. Так, и у нас тут есть железные поножи, радогский стальной круглый щит и бацинет. Остальное такое, я знаю, сейчас может какой-то караван встретим, заодно продадим и это барахло вместе с теми людьми, ну, в смысле, сдадим наем, которые нам не нужны. Горожанин будет дозорным. Горожанин вниз туда пошел. Охранник каравана, поговорим с ними. Про барахло и рабов. Ну и все. И будем двигаться, я не знаю, куда, в Усхал или в Вилуку. Наверное, я скорее всего в Усхал. Опять некоторые бойцы готовы к повышению. И это горожанин, который становится всем... Так, саранинский конный застрельщик. Ну, потратимся. Пусть будет конный лучник. Здесь будет стражник. Дозорный, охранник каравана. Охранник каравана. Опять, значит, барахло. Осмотрщик за рабами, охотник за головами. Охотник за рабами, вернее. Да. Продвигаемся к Усхалу. Вот и караванчик. Так. Оповещает вас. Собирается на большом празднике. Его в зале приглашает. Ага. Надо ехать. Если ваша избранница и его семья присутствует, то может быть удобным случаем исправить свадьбу. Да, надо исправить. Тексты все очень нехорошие тексты. Да, ну короче, мы едем сейчас в это самое, в Ривайдин. Так, я хочу торговать с тобой, поторгуем с ним, а потом отдадим ему. Ну, в общем, я не знаю насчет радугского стального. Бацинет оставим лучницам, наверное, а радугский стальной, не знаю, пусть остается пока, господи. Проблема в чем? И, значит, каравану мы сейчас наем нескольких воинов. И это будут у нас, значит, арбалетчиков двое. Наем нескольких воинов. Это будет хиргитский всадник, хиргитский. Да, да, отдадим хиргитского всадника. Мы сейчас с ними воюем, поэтому ненадежные ребята. Придется их отдать. Наем нескольких воинов. Это саранинский конный лучник. Два человека. Наем нескольких воинов. Охотник, грабитель, насмотрщик, охотник, людолов, дозорный, стражник. Наем нескольких воинов. Значит, хиргитский конный лучник, наемник, конный разведчик, копьеносец, младший дружинник, саранинский дезертир, конный налетчик, охотник, грабитель, насмотрщик, охотник, людолов, дозорный, всадник, конный стрелок. Все, я передумал. Уйти. И мы все-таки заедем в Усхал, возьмем в таверне, купим там нескольких, ну, в смысле, наймем нескольких бойцов. Посетим таверну. Так. Несколько пленных хочу продать. Радугских копейщиков, ветеранов, радугских мастеров копья. Ну, теперь наймем бойцов помочь. Охранник каравана возьмем и насмотрщик за рабами возьмем. Также возьмем, наверное, горожанин. Возьмем горожанина. Так, все, прощай, я должен тебя покинуть. И, значит, на рыночную площадь торгуется оружием. Мастерские двухшипные стрелы. Конечно. Плюс 8 к урону. Конечно, мы их возьмем. Даже без разговора. Что там у нас с этой свиньей? Вчерашняя. Нет, свинью надо вернуть на место. Пусть едят эту свинью. Крепкий боевой лук нам не нужен. Это все нам не нужно. Я еще никак не это самое, не отойду от этого, от других модов. Поэтому все медленно. Мне надо смотреть, привыкать. Трой с доспехами. Усиленный шлем сестры меча. Мы возьмем его, конечно. Здесь у нас 58-20. Усиленный пластинчатый доспех. Ну, в общем-то, он нам не нужен. Усиленные накладные поножи тоже не нужны. Вот эту шапку мы одну возьмем, эту женскую, лошадьми. Дистриер, чахлый сводийский, упрямый вьючный и так далее. Все, до свидания. Мы уходим и отправляемся, значит, потихоньку в Ривайдин. Ну,
не знаю, как у Турил-1. Надо было бы, конечно, ну, тоже поедем, как поедем. Что у нас там? Кто у нас там и что у нас там? Эмира. У ней 58 шлем. Неважно. Эмира. Катарина, Саманта, Молли. Люда, Саманта. Поговорим с Самантой. Саманта, на твое вооружение, 52. Ну вот мы тебе дадим вот этот 54. Саманта. На. Назад. И не важно. Потому что у Ханы там тоже, по-моему, 54 или 56. У Катарины тоже 56 или 58 даже. Саманты. Вот Молли у нас тоже это обиженная. Ни лошади, ни это самое. Ну, Молли, да. Лагерем походным. Повозка с походным арсеналом. Здесь мы, значит, сюда сбросим. Шапки эти. Все. Вот это вот все сбросим. А здесь возьмем что-нибудь такое, типа поесть, да. Ну так, пусть будет. Там видно дальше будет. Продолжить путешествие. Ну, будем говорить с походного обоза. Ага, изменение доходов. 11 тысяч мы получили. Едем в Рив-1. Очень хочется уже жениться. В конце концов, сколько это может тянуться. Да, ну на самом деле сегодня я уже, наверное, я думаю, что я закончил, так оно не очень хорошо началось, прохождение вегерские перцы. А ну-ка давай-ка наймем вегерских перцев, они влезут нам? 205, 86, 205. Так что-то влезет. Кого-то возьмем. Да. Посмотрим. Ого, они все влезли. Надо кому-то отдать их. Как-то так получилось, что не влезли все. Да, но нету в этом случае ограничения на величину отряда. В Рив-1 хотел, конечно, взять этих самых. Еще людолу. Вон уже все поразъезжали, шу ли, или шу? Праздника нету. А ну, войдем в замок. Что там этот крахаск? Тамара. Ага. Я могу подождать. Мне нужно идти. Да, мы не будем сейчас посещать. Мы посетим, наверное, сейчас из этого самого, из меню города. Я так думаю, леди Тамару посетим. Так, войти. И что нам там Тамара скажет? Томочка. Хорошенький. Так, еще немного. Мы, однако, не забывайте, в оставшиеся до свадьбы дни нам не пристало часто бывать вместе. Ага, хорошо. Даже ничего не подарю, да? Ну ладно. На рыночную площадь торгуют с оружием. Отбалансированный длинный альшпис. 2200, мы возьмем его. Тяжелая боевая кувалда. Ну, она не нужна, конечно, и брать мы ее не будем. Так, бронебойные стрелы. Назад. Да, про доспехи. Рукавицы, шапки. Ага. Что мы будем эту подругу одевать, а? Ладно, будем что-то искать. Мы сейчас если женимся, нам надо будет жену что-то одеть же. Такое дело. Так, отбалансированный длинный альшпис. Торговец лошадьми. Тяжелый вегерский боевой, тяжелый вьючный, хромой вьючный. Назад. Вернуться, уйти. Интересно, сколько же у меня верховая езда? Ну ладно. Значит, нам надо куда-то сбагрить, надо съездить в это самое. Венгард.
А що ми в Вінгарді можемо ставити? Конний стрілок, конний страж. Ага, охотник, охранник каравана. Я їх не переділав. Значить, хватит охранять чужое барахло. Значить так, охотник за рабами, сокрушитель, крестьянин, горожанин, вигірський пешец, вигірський застрельщик, дозорный, охранник каравана. Охранник каравана, опять поговорим. Так, отлично. Всадник, тяжелый всадник. Жасус, поговори с Жасусом. О твоих навыках, Жасус. Угу. А чё у него всё ещё 16 ловкость? Не, наверное, всё-таки надо качать ему силу. Зачем ему ловкость? Ну, у него по пятёрке всё. Да ладно, пусть уже будет ловкость, а там видно будет. Значит, стрельба из лука и одноручная. Готово. На твое вооружение, снаряжение. Ну, он все на киргизской охотничьей ездит. Угу. На твое имущество. Ну, куча киргизских скакунов, а он ездит на киргизском охотничьем. На твое имущество. Ну, зачем мне имущество? Вооружение, снаряжение. Вот так вот. Киргизского скакуна. Киргизскую лошадь можно продать. Но все равно их много, и Дани не нужны. Так, Даниэль. Сейчас поговорим с Даниэлем. Говорить. У твоих навыках, Даниэль. Ну, тут надо качать силу. Силу будем качать. И, значит, здесь будем так. И здесь так. И здесь так. Ну, 11 очков умений у него. Да ладно, пусть пока погуляет. Нам не особо умение, снаряжение. Большое, так. Так, рыцарский, так. 66, так, Моргенштерн. Все. Одет он отлично, все хорошо. Даниэль, давай, старайся. Теперь, значит, нам нужны эмира. Эмира. Поговорить с эмирой на твоем вооружении и снаряжении. В ней отбалансированный длинный альтшпиц. Хорошо. Угу. И, значит, дальше. Борча, конный лучник, ему нафиг не надо ваши альтшпицы. Вот Лизалит. Поговорить с тобой, Лизалит. На твое вооружение, снаряжение. У него большое рыцарское копье у Лизалита. Так. Низар, поговорить. На твое вооружение, снаряжение. У него просто длинный альтшпиц. И мы дадим ему отбалансированный альтшпиц. Все. Неважно. Так, а что ж у нас там у Джеремуса? Поговорить. На твое вооружение, снаряжение. У Джеремуса тоже длинный альтшпиц. Ну, значит, неважно, готово. И здесь мы, значит, длинный альтшпиц кинем сюда. Угу. А лошадь продадим. Здесь нету вьючной и тяжелая лошадь. Назад. Вернуться назад, уйти. Я не знаю, ждать. Ну вот и все, я же говорю, вигирские застрельщики. Кто-то сбежал у меня, получается. У меня уменьшилось огромное количество. 20 человек исчезло. Ну это охотники за рабами. Все, они просто исчезли, сбежали. Я же говорю, нельзя было брать их больше. Хуй, сараницкий дезинциконный налечник. Всадник. Дозорный. Конный страж, сокрушитель. Ну я, наверное, всадника этого распущу. Конный стрелок еще есть. Конного стрелка распущу. Все. Ну теперь можно ждать. Некоторое время. Когда они все соберутся, непонятно.
Ага, отлично, что мой навык лидерства увеличился. Как раз он вовремя так увеличился. Ну что-то не видно, чтобы кто-то приезжал. Да, не видно, чтобы кто-то приезжал, и что-то со свадьбой пока что ничего. Навык лидерства увеличился, а людей-то у меня уже и нету. Люди уже сбежали. Ну да ладно. Охранник каравана, поговорим с ним. Ага, хватит охранять. И так далее. Стивен, поговорим со Стивеном. О твоих навыках, Стивен. Верховая езда пятерка, и значит сил у него 14. Значит, что мы можем дать ему? Владение щитом и атлетику. Мы дадим ему владение щитом. Стрельба из лука готова на твое вооружение и снаряжение. У него киргизский скакун. Нормальный киргизский скакун. Скачи себе, Стивен. Так, ну надо зайти купить какой-то еды. Так, на рыночную площадь. Ага. Разными товарами. Все, назад, вернуться, уйти. Посмотрим. Никого нету. Один крахас только. Где они болтаются? Они меня подводят, эти ребята. Некоторое время. До утра ждем. Если утром не появятся, будем отъезжать. Сокрушитель, вегерский застрельщик, вегерский лучник, насмотрщик, охотник и вегерский лучник, вегерский меткий лучник. Элла, поговорим с Эллой. В своих навыках. Ну вот не будем мы, наверное, вот ловкости сейчас докачаем до пятерки. А может и не надо. Ну вот владение оружием. Зачем его про экономия 300 владения оружием? Будем качать ей силу. Ну так силу будем тупо качать силу и все. Посмотрим. Так, ну все, что там у нас? Они едут, Нальдера едет, куда-то путешествует. Короче, никто не собирается никуда, ни на какой праздник. Значит, мы едем в Шарис. О, Карабан. Да, я понимаю. Тут уже мне второй раз приглашать, там никого нету, кроме моей избранницы. Мы Карабана вот грохнем, так, отряд. Значит, мы Людоловов опустим ниже. Значит, вот так вот где-то. На Стивен тоже сюда ниже. Готово. Карабан пытается от нас убежать. Ну куда б ты там убежал, Карабан? Стой, стой на месте. Не надо так подковы у тебя сотрутся. Местное ополчение. А, у нас тут и влезет. На. Пытай, куда ж ты пытаешься уйти? Ну все, никуда ты не ушел. А, кто вы? Отвечайте, а не то вырежу язык. Слышишь, морда ты наглая. Язык он вырежет. Ты свой не высовывай. Ты сейчас прям так и отхвачу. Да, Карабан. Языки он тут резать будет. Несите мне его голову, я отрежу ему язык. Ну, значит, конница у нас сядет верхом, и, значит, конные стрелки тоже верхом сядут. Все.
Поедем к Карабанову. Где мой лук? А? А. Да. На моей лошади, конечно, гоняться за хиргитами бесполезно. Будем стрелять из лука, потому что ну нет смысла за ним гоняться. Ах ты гад. Лук и хитрый хиргитский гад. На. Я его не убил. Стрела попала ему в горло, и он живет. Он истекает кровью, но пытается меня убить. Зловредный. Хорошо, очень хорошо. Получил 320 опыта. Конечно, у меня вот эти все конные лучники, они все очень похожи на хиргитов, поэтому тяжело ориентироваться с ними. Да. Бочину со стрелой. Не знаю, наверное. Поджелудочную, наверное, попал. Или куда там? А, нет, это у него правая, да, правая сторона была. Угу, да, мы е-угу, у него еще 7 бойцов. Это важные какие-то. Классный мод, мне нравится, так классно сделано все. Если здесь, я же говорю, поменено. Ну, как товарищ говорит, что, конечно, изменения будут серьезные. Хватит ли мощей для шта? Да, продолжить. Ну и он Карабан сбежал, ну и слава богу. Попутного ветра тебе в задницу, Карабан. Готово, доступ к вещам. Ну а что тут вещи? Хиритские вещи, обыкновенный стандартный хиритский набор. Это значит скакун. Две охотничьих лошади, ага, пару луков. Есть ли хиргитские стрелы? Нет, лука Мергена нету. Ну вот хиргитского скакуна мы можем взять, а этих всех уже надо продавать. То, в общем, что я там голову морочаю? Так вот, 20 из 24 и едем, значит, в Куров. Куров. Заедем в Куров. Ага. Родоки объявили войну хиргитам. Так, Куров на рыночную площадь торгует оружием. У нас тут тяжелые Моргенштерна, деревянные ручки, удар 42 колюща, отбалансированный двухручный меч за 2500. И мы его возьмем. Понятно, что нашим девкам такой меч будет в самый раз. Ну, вигельские стрелы мы брать не будем. В общем-то, не очень-то уже и надо. Со стрелами у нас пока что все хорошо, поэтому будем продавать вот это все, что мы набрали. Мы уже получим 1500. Так, ну еще раз глянем вверху, что там у нас. Да ничего нема. Стальной круглый щит наемника нам не нужен. Булатный меч у нас тоже есть. Так, доспехи. Шапочка 56. И у меня 58-56. 52 толстый вигельский дворянский шлем. Для девок хороший, ну все-таки маловато. Для такого шлема 52, лучше 54, лучше еще 56. Усиленный рыцарский шлем гвардии. Ну, не знаю, не знаю. Не будем, наверное, брать. Так, лошади. Резвая, вигельский боевой и так далее. Назад. Ну все, вернуться. А, в таверну. У нас там один пленный какой-то был. Привел несколько пленных, хочу продать.
И надо купить у нас Кишектена. Мы продадим, возьмем у нее несколько, наймем несколько человек. Хочу нанять бойцов. В округе всегда найдется. Значит, насмотрщики за рабами и охранник каравана. И еще возьмем трех горожан. Все. Готово. Прощай, должен тебя покинуть. Покидаем ее. Смотрим, что у нас там с отрядом. Охранник каравана. Поговорим с ним. Ага. Насмотрщик за рабами. Вегерский лучник. Меткий лучник. Сокрушитель. О, людолов. Хорошо. Ну, в общем-то, горожанин еще у нас тут болтается. Там у нас 70 людоловов. Угу. Так, все. И едем уже в Ривайдин. Может, уже хоть как-то собрались, я не знаю. Мне пора жениться. Да. Посмотрим. Нет, значит, будем ехать в свои земли, чтобы отвезти этих самых. Вот тут Вульдра собирается. О, Улан, Крахаск. Уже кто-то собрался. А ну-ка, давайте-ка. Некоторые бойцы готовы к повышению. Кто это у нас там готов? Лучники, меткие лучники. Сокрушитель людолов. Вегерский застрельщик, вегерский лучник. Охотник за рабами. Горожанин. Дозорный. Этих не будем повышать. Там повысятся сами по себе в этом шаризе. Ну не знаю, заедем. Может, уже есть свадьба. Сейчас пройдем присоединиться к празднику. Все, присоединяемся. И идем. Да, прикол, стоит на столе этот самый. Крахаска. Так. Ага. Так. Хорошо. Мой муж, я клянусь быть вашей женой, быть рядом с вами в хорошие времена и плохие. Пусть небеса улыбнутся нам и дарят нас с детьми, скотом и землей. Хорошо, скота нам обязательно. Мы сами скоты хорошие. Прими ты мою клятву и станем мужем и женой. В таком случае объявляю вас, леди Тамара, мужем и женой. Вас и леди Тамара, вступайте, приготовим для вас покои, а мы тем временем подготовим вашу невесту. Скоро она присоединится к вам в залах Шарис. Ну, стандартная сцена, где мы тут. Все радуются, хлопают в ладоши, умиляются. Да, мы тут, Крахаска ведет. Красавица какая у меня жена молодая. Блондинка. Стройная, симпати, красивая. Красивая. Угу. Да, и сам я, парень, не промах. Посмотри на меня, посмотри. Вот она. Ну давай, королек, как говорит мой друг, королек. Все, все, а что это черное летит на нас? Сажа из трубы, что ли, с какой-то. Ага, все, 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 да, все. Так, все, присоединимся к празднику, бежим. Где это наша леди Тамара? Или она уже убежала в этот самый? Ирина, начальник городского ополчения, Вудрат, Влан, Влан. Ага. Па-па-па-па-па. Так, мне нужно идти. Счастливого пути, Вен, да. Так, Крахаска спросим, где моя жена? Жену куда дел? Крахаска. Ну, она уже, наверное, в Шаризе, придется их. Ну, что ж. Так, с вами, как вы думаете? Там пам 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 пам. Хорошо, все. До свидания. Так, уйти. Что мы там имеем? Значит, кто у нас там повысился в честь нашей свадьбы? А, никто не повысился. Едем мы, значит, в Шариз. Да, хорошо. Боярин Крахаск посещает Визин. Большая группа врагов замесена в Тельбаут. Граф Диглан с отрядом ограбил деревню Пишми. Ну, сейчас мы соберем ей. Ну, сейчас видно будет. А, короче. Оба блудница. А ну-ка посмотрим. Блудница, норский лучник, ветеран. Дозорный караульный, арбалетчик, охранник, стражник, мечник. Подождать, пока не караван разберут. Ага. Так, а где же наши? А где же наши?
А где же наши людоловы? Людоловы. А то. Блудницы нам нужны. Блудницы нам важны. Что, все? Гупнули они караул. Вперед. Есть. Привет, привет, ребята. Грязные зверишки. Грязные звери. Мы собираемся разрушить вас, как свинья выбыть. Так, атаковать противника. Значит, все держать позицию. Не понял. Я их не поднял. В атаку, медоловы. Я их не поднял. А сейчас девки всех перебьют. Твою мать. Я их не поднял, наверное. Забыл поднять. Надо... Так, фу. Бегом, бегом, бегом. Хоть сколько-то спасти. Хоть сколько спасти. Спасти блудницу. Спасти блудницу. Убивает, 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 убивает. Драгоценную блудницу убивает. Бомбает кого-то лучше. Хиргиты все, ну, господи. Куда пешком успеешь за хиргитами? Что за ними-то на коне не отпускаешь? Ва, как она воюет, такая девка важная. Угу. Да все, все, перебили всех, да? Двоих оглушили. Твою мать, а. Вот лоб. Забыл я их поднять. Переименовал, а поднять забыл первый ряды. Чтобы они первыми спавнили. Так, бросьте, девки, бегите сюда. Смотри, они там стреляют. Сейчас меня еще убьют за эти бомбы. Эх, жалко как, мне тебе так жалко. Бедная умерла. А слезы на глаза наворачиваются. Какой разор. Какие потери. Господи. Сколько там? 7 человек. Твою мать. Не, могу, конечно, пойти сейчас в город, поскандалить с какой-нибудь бабой там, этой, ну, мадам. И набить этих блудниц. Что там получили? Что-то у нее из задницы торчит. Кинжал. Кинжал торчит. Почему ручкой? Ну ладно, как попало, так и торчит. Так, о, 5 блудниц. 2 норских лучника ветеран. Какой черт мне эти норские лучники ветераны. Ну а тут я же говорю, что тут насмотрщик за рабами, охотники за рабами. Охранники каравана, караульные дозорные. Ну что, дозорных надо отдать. Больше некого. Так, и значит возьмем охранников каравана. Вот и все. Все пленные пропали, и блудниц мы не... Да. Доступ к вещам. Ну, тут норские топоры, норские луки. То, что мы возьмем, конечно, вот это норские двухручники. Остальное все, конечно, это на продажу. Собрать остальные 19 вещей. Да, результатами, короче, я не удовлетворен. Абсолютно, не грамма. Едем в Венгард. Граф Деглана осаждает замок Унуздак. А что, они тоже воюют с хиргитами? А, ну да, они же воюют с хиргитами. По 150 штук я получаю уже на это самое. У меня уже лимон 650 тысяч. Так. Ну это же говорю, только еще благодаря тому, что... Благодаря тому, что охранник каравана, вегельский лучник... Метский лучник, охотник, сокрушитель. Здесь тоже есть 30 людоловов. Ну пусть будут.
лучницы гвардии, вегирский конный наемник. Да, ну вот, собственно говоря, мне здесь нечего брать. Поедем, значит, мы в этот самый, в Шарис. Он сдак в осаде. Ну хорошо, хорошо. Он сдак в осаде у нас. Охранник каравана поговорить. Жасмин, поговорить с тобой, Жасмин, о твоих навыках, Жасмин. 13 силы у тебя, Жасмин. Что тебе надо? Больше тебе ничего не надо. Неважно. Лукас, поговорить с тобой, Лукас, о твоих навыках. У тебя 15 силы, Лукас, и у тебя, значит, мощный удар, и, значит, одноручная и древковая. Готово. Неважно. Эмира. О, Эмира. О твоих навыках, Эмира. Хорошо, 15 харизм. Хотя нет, зачем ей харизма? Не надо ей харизма, ей нужна сила. Харизма Эмира не будет лордом. Ей зря вот это лидерство прокачал. Все это пусть в пути, она лордом не будет. Владение щитом. Почему она не будет лордом? Верховая езда — это ловкость. Может, надо было ловкость качать. Наверное, может и ловкость. Да, будем качать и ловкость. Прокачаем верховую езду. Владение щитом. Почему она не будет? Потому что у ней плохие отношения с Матильд. Ава, Амбра. Ава, Амбра. Поговорить с Амброй на вооружение и снаряжение. На-ка, Амбра, получи-ка меч назад. Твое имущество, меч назад. Так, это надо отдать кому-то. Это мы отдадим, значит, здесь мы отдадим. Это, конечно же, Жасусу. Твое вооружение, твое имущество, Жасус. Вот тебе, значит, хирийского скакуна. Неважно. Это я не знаю, кому мы отдадим. Наверное, скорее всего, Дасону. Дасон, поговорить. Имущество. У Дасона здесь очень... Да, ну вот они все тут эти. И мы отдадим Дасону это все. То все будем продавать. Все, едем в Шарис. Ну и в общем, что я хоть сегодня наверняка, наверное, я уже закончил такое, только начатое, буквально там, по-моему, 16-17 файлов, значит, прохождение по столетней войне, не удовлетворяет качество картинки, не удовлетворяет, значит, и переделывать ее никто, ну, как сказать. Ну, я заметил одну странную вещь, конечно... Mountain Blade для меня, лично для меня, это, конечно, явление. Это не просто игра, это явление. Ну, люди, которые относятся к этой игре, как просто к игре, там, допустим, значит, не знаю. Надо это надо понять. Это явление. Почему эта игра, значит, на рыночную площадь торгуется оружием, почему эта игра столько лет, много, она... Буквально продержалась, я же говорю, 9 лет. Барбанду уже 9 лет. И при минимальных изменениях, значит, это... О, отбалансированный эльшпис. Это хорошо. Это, значит, норский боевой лук. Здесь не нужен. Это тоже не надо. А, это что у нас? Мастерский короткий не нужен. Отбалансированный бронебойный. Возьмем. Ага. Мастерская укороченная боевая коса. 50 рубящий, скорость 93, тяжелый Моргенштерн, берем. Хорошо, хорошо, очень хорошо. Балансированный шпис, это жене уже, да, жене. Назад доспехами, и шо у нас тут, 56, это тоже жене. А это 54, это кому-то из девок дадим. Так, что тут у нас? 35. Так. Значит, будем сейчас
отбирать у всех, кого только что можно. Лошадьми, арабская лошадь, пустынная, чахлая, хромая, назад. И разными товарами. Возьмем рыбу. Возьмем яблоки, два хлеба. Пока что так. Назад. Вернуться. И уйти. Отряд. Ава. На твое вооружение, твое имущество. Ави мы сбросим. Вот эти луки. Сбалансированные бронебойные стрелы. Наверное, тоже. Все. Назад. Неважно. Угу. Кто там у нас был? Молли. Молли. Поговорить с тобой. Молли на твое вооружение, снаряжение. И Молли у нас получит вот этот вот. А этот мы сбросим. Пока что ничего не будем сбрасывать. Так, вегерский застрельщик, вегерский лучник, насмотрщик, охотник. Вегерский лучник, вегерские метки, лучник, сокрушитель рабов, людолов. Готово. Зайдем, значит, в шриц. Будем управлять гарнизоном. Значит, здесь вегерские метки лучников мы отдадим. Лучников отдадим, тяжелых всадников отдадим, сокрушителей рабов отдадим. Ну, конный страж, ну, короче, отдадим всех, кроме тех, потом будем набирать, не знаю, посмотрим. Конные разведчики. Ставим пока конных разведчиков. Копьеносец отдать, младший дружинник отдать. Ну, остальное все, я же говорю, это такая конница, которая будет с нами. Командир отряда у нас есть здесь. Старший дружинник заберем. Сарнийский тяжелый арбалетчик нам нафиг не нужен, конечно. Так. Готово. Уйти. Отряд и вегира мы переведем в наемники. Да. Готово. Шрис. Управлять гарнизоном. И, значит, отдаем вегирского конного наемника. Так, а кто там у нас был, у кого лошадь была хорошая? Ну, сейчас мы посмотрим. По-моему, троечная лошадь была у Крити. У Катрин хорошая четверочная. У Крити хорошая троечная лошадь. Готово. Ну, вот и мы идем в замок. Да, надо было еще, ну ладно. Вот там наша жена стоит. Леди Тамара. Да. Констебль Шманстебль. Маттельт он стоит. Угу. Леди Тамара. Поговорить. Так, я хочу дать это красивое кольцо. Это золотое, это ожерелье моей жене. Короче, 2000 золота. И разговаривать с вами. Так, все. Хорошо. Так, щедрый. Погнали. Ага. Угу. Я выступаю в поход и желаю, чтобы ты, жена моя, присоединилась ко мне. О, конечно, я рада, что мне не придется проживать в мои дни в томительной скуке и тягостном ожидании. Готова терпеть некоторые неудобства и лишения, лишь бы быть всегда после тебя. Все, хорошо. Уходим. Отряд, и вот наша леди Тамара. Леди Тамара, значит, будет здесь, где-то около Молли. Поговорим с ней, у них средний дух. Вот. Так. Вот. Можно развестись, освобождать тебя от всех данных. Мне отныне я тебе не муж, ты мне не жена. Так. Пора тебе отдохнуть, любимая. Возьми на себя управление нашей столицей. Она уйдет из отряда в столицу. Так, любимая, расскажи мне о своих навыках. 7 силы у ней и верховая езда у ней тройка. Она в каких-то колготках, потому что не может одеть. Ага. Так. На твое снаряжение. В ней резвая охотничья лошадь. Так, вот ей расшпис. 7 силы. А что ж ей дать на 7? Да у нее сабля хорошая на 7 силы есть. И альшпис, вот что мы ей дадим. А это все мы у ней, короче,
мастерские бронебойные стрелы, это мы все у ней заберем. Так. Значит, шапочка 56 мы ей даем. Резвая охотничья лошадь. Надо эту резвую охотничью лошадь у нее забрать. Так. И значит, мы сейчас заберем из Шариза Клети. У Клети заберем лошадь. Клети. Забрать. Нетрочная, хорошая лошадь, да. Уйти отряд и Клети у нас, значит, Клети поговорить с тобой о твоих навыках. Пятерка у Клети, можно, значит, ей добавить. Не знаю, ей надо добавить, наверное, 18 ловкости. И добавим ей верховую езду пока. Пока так вот будет. Примерно вот так пока. Готово. На твое вооружение и снаряжение. Так, значит, мы у ней ей даем резвую охотничью лошадь. Забираем благородного русского боевого коня. Так, неважно. Так, лети, иди гуляй. В этот самый Шарис, отдыхай. Управлять гарнизоном, лети. Отдать. Леди Тамара, готова. Уйти отряд. Леди Тамара, где ты у нас? Леди Тамара, Леди Тамара, поговорить на твое снаряжение. Вот тебе лошадка. Так, назад. Вот ее имущество. Вот они, ее сапоги благородные. Но у нее нету 8 сил, поэтому она не может и ходить. Так, ладно. Благородный угирский боевой шлем. Не нужен ей, да? Продолжим путь. У нас леди Тамара будет, значит, конницей. Я в ней не буду давать ей ни лук, ни арбалет, потому что ей надо очень быстро прокачиваться. Готово, лагерь. Повозка с походным арсеналом. И вот если б 9 силы, то я бы дал бы ей вот этот бы. Отбалансированный булатный меч. Но у нее нету 9 силы. У нее есть 7 силы. Породистая охотничья лошадь у меня еще есть. Нет. Позолоченный стальной щит. Можно было бы дать. Ну, какая разница ей сейчас с этим щитом. Ей надо какую-то обувь на 7 силы. А у меня ничего нету такого, чтобы ей дать. Балансированный эльшпис, сабля. Конечно, это слабовато для этого. Вот, есть на 30-ку украшенные. Так, рукавички. Рукавички мы заберем у кого? У Дешави. Есть хорошие рукавички. Продолжить путешествие, отряд. Значит, леди Тамара, поговорить на ваше снаряжение, и мы ей, значит, вот это вот такое даем назад. Нет, на твое имущество. Ага, вот тебе еще шерстяные чулки. Так, вот она, значит, что у нее есть. Что и на семерку еще можно дать. Лошадь у нее, да, рукавицы надо. Так, поговорить. Снаряжение. Я у тебя заберу. А, у нее классные рукавицы. Не надо ей ни у кого брать ничего. Все. Отлично, отлично. Все у нас собрано. Все, продолжим наш путь. Отлично. Так. Готово. И, значит, Шарис. В таверну. Хозяин таверны, видите, что он там привел несколько пленных, норские, ага, готово. Так, хозяин таверны, нанять бойцов, охранник каравана, насмотрщик за рабами. Здесь горожанина уже
не будем нанимать. Так, и значит уйти, чтобы поговорить с охранником каравана. Поговорим с ним. А, хватит охранять чужое барахло. Будем охранять, значит, ага. Так, стой. Так. Управлять гарнизоном. И здесь мы, значит, насмотрщиков за рабами отдадим. Ну вот и все. Наш отрядик, который будет сейчас, значит, воевать. И нам надо посмотреть, значит, хаба, заметки. Очень богатый. Хаба очень богатый. Так, караван. А там у нас, значит, было кого-то отдать. Я помню, что у нас был какой-то тут, которые мне не нравились. Юниты. Саранитские тяжелые арбалетчики. Вот мне кто не нравится. Младший дружинник, охотник. Командир отряда у нас здесь есть. Есть. Готово уйти. Лагерь. Предпринять действия. Нельзя нанять командира отряда. Продолжить путешествие. И отдадим, значит, саранитских всадников этим. Так, ну и в нескольких воинов. Саранитский тяжелый арбалетчик. Двое. Все, отдаем. За 440 динар. Все, сохраняемся. И едем воевать. На. Ну, в общем, что я хотел сказать. Ну и для меня лично, я говорю, явление. Это игра, и эта игра на вот, родовский арбалетчик ветеран. А почему с ними не повоевать? Ну тут еще есть какие-то. О, тут сводиски. Так. Когда? Ага. А может было бы их нанять? Да зачем они мне нужны сейчас? У меня есть вегерских арбалетчиков. Сесть верхом, коны и стрелки, сесть верхом. Да, мне надо, чтобы она быстро прокачалась, тогда я смогу ее по-человечески одеть, какие-то вещи, типа вот рыцарские доспехи, там вот рыцарского коня ей дать, и тогда она будет хотя бы десятка, чтобы она прокачалась. Ну да. Женушка, жена! Жена, какая встреча. Я тебя сначала не узнал. Жена, я помню твои плечи. Завидуйте мне все, у кого еще есть такая женщина. Так, 4 раненых, остальные все. Короче, так, я не понял, где это мои эти самые людоловы. Доступ к вещам. Ну а что тут доступать? Зачем они мне эти вещи? Да не буду я их брать. Оставить вещи так. Таскай только с собой. Значит, о, она вот хорошо. Так, людоловы. Значит, мы их выводим конницу. И у нас получается, что у нас хирийских конаемные коны лучники, грабители, коны саранинские охотники. За караванами. И вот их надо было отдать. Ну ладно, хай ездят. Конные разведчики. А у них как раз вот конные стрелки. А не конница. Ладно. А. Леди Тамара, поговори с ней. О твоих навыках, леди Тамара. Хоть и согласилась, мне что-то не нравится. И мы тебе дадим владение оружием.
Ты вообще галимая такая, блин, один али у тебя. И значит, одноручная мы тебе дадим, и древковая мы тебе дадим. Готово. А мне что там, сапоги? Восьмерка. Ну, отлично. Вот тебе 38 сапоги. А, вот эта девка. Вот это да. Улыбайся, да? Или шо? Так, у кого мы будем забирать тебе эту самую, как ее называют? Броню, броню, броню. У кого мы будем забирать тебе броню? Ага. Моргенштерн, это аж 14 силы. Но зато там у тебя классная сабля есть. Для кого же мы будем забирать тебе броню? Это на нас сдатят. Доспех Сараницкого султана. Это кто такие у нас? Свадийские всадники, свадийские тяжелые всадники. 61 человек. И они меня типа преследуют, да? Ага. Ну, хорошо, посмотрим. Так. Так, готово. Надо глянуть на свою броню. Сколько она требует сил? Она требует сил 9, 9. Так что ей еще придется покататься один уровень. Тогда мы ей дадим броню. Броню. Так. Куда стоять? Так. Когда я разберусь с вами, пожалейте, что бросили армию. Атаковать противника. Все силы. Все силы. Кованые стрелки верхом. Кованые стрелки верхом. И поедем. Значит, мы... Косоглушу. Не получил. Ах ты собака, ты мою жену подруга. Ну когда тебе есть? Ему это зазвоничем. Не, получи. Ну-ка. Это влезла в самую гущу врагу. Сейчас ее оглушу. Она же там совсем плохо владеет. Ну, теперь следи за ней, выручай ее. Вот он пытается кишектена заколот. Вот такой где, все, ранен. Подлюка такая. Татарская. Татарская морда. Ну, промахнулся. Не рассчитал чуть-чуть. Да, сюда езжай. Ага. Смотри, какой шустрый. Не, ну можно, конечно, ей было дать какой-нибудь арбалет. Она бы ездила бы там кругами, стреляла бы и прокачивалась бы там в один уровень, я не знаю за сколько. А сейчас она, если копье и сабля, она очень быстро прокачается, а я понятно, что мне надо чем быстрее, чтобы она прокачалась. Потому что я же говорю, что я это сам. У меня есть план, я хочу жениться еще раз. Кстати, по-моему, можно на бывшей жене еще раз жениться, насколько я знаю. Ну там, короче, как-то так все сделано, надо посмотреть. Я в общем-то, когда-то давно тестировал, но не помню сейчас. Ну там и вообще какие-то изменения есть. А смотри, что вы тут, мою лошадь по заднице бьет. Смотри, на, хватит, получи.
меня осталось только 14 стрел. Сколько их там осталось этих? Два человека, в конце концов, убьете или нет? Такие все красивые, такие все хорошие. Каравана возьмем. Ну ты хиргиты эти. Мы сейчас с ними воюем, так их нечего брать. Так, тяжелый арбалетчик. Караульный. Сводийский всадник. Бандит сарнецкий. Тяжелый разбойник. Готово. Доступ к вещам. Ну а что тут вещи? Тут у нас вещей, это я же говорю, боевой лук там. У нас уже в конце концов этих боевых луков комбинированный доспех. Боевых этих лухов у нас, я же говорю, вагон. Что-то хоть бы нагрудничек какой-то паршивенький. Не, ничего нема. Керасов. Так. Оставить весь добычи и продолжить. И продолжить. Он и побежал. Нам нужен какой-то караван. Кого хочешь, выбирай. Едем. Сейчас мы каравану спихнем хиргитов и барахло хиргитское. Вот еще дезертиры. Ух ты, а это кто такие? Что много? Сводийские всадники, тяжелые всадники, бандиты, людоловы. 8 человек, ни хрена себе. Ну ладно. Сарнинский султанат и королевство Радуков согласились заключить мир. Великое княжество Вигиров и Хиргитское ханство согласились заключить мир. Что это означает? Стоп. А чё ты? Об отношении фракций. Вигиры ни с кем не воюют. Так. Ну ладно. Тут 70 пленных, красивых, здоровенных. Куда же я их засуну, 70? 227 человек на круг будет. У меня таких нету. Ну, в общем-то, и продавать уже тогда некого. Хиргитов мы тогда, разве что караульных вот это вот. Хотя арбалетчики. Поедем назад в Шарис. Что тут делать? Ну, что я хотел сказать об игре. Ну, для меня, например, Mountain Blade явление. Ну, люди, которые, конечно... Не так, ну просто, которые, да, вот скачали, поиграли там туда-сюда, не особо вникают, некоторые вещи не знают. Например, значит, что компания, которая создала игру Mount and Bay, да, ну, Warband там, и сейчас она там какой-то Bannerlord создает, Mount and Bay, историю героя, значит... К этой игре выпустила всего один официальный мод. Это натив. Все остальные моды — это произведения энтузиастов. И так как, допустим, последней, значит, это самая игре, будем говорить, выпущенной в 2010 году Mountain Blade Warband, уже, будем говорить, 9-й год, и эта игра, она имеет огромное количество поклонников. Значит, мы этих всех конных лучников, наемных, грабителей караванов. Огромное количество поклонников имеет. Так, значит, охотников за караванами. А здесь, значит, мы хиргитские всадники Шиктен. Караульный, 4 арбалетчика, арбалетчиков отдаем. Насмотрщик, охотник, значит, отдаем насмотрщиков. Отдаем тяжелого арбалетчика. Хиргитского конного лучника, хиргитского всадника. Да, и значит, здесь мы заберем, а здесь мы заберем кого? У нас тут был, значит, вигирский конный наемник мы заберем, конных лучников наемников заберем, наемных конных лучников.
лучников не будем брать. Арбалетчиков, киргизский конный лучник. Командир отряда. Ну вот это вот тех, кого мы заберем, кого мы отвезем сейчас в Венгард. Здесь мы оставим бандита, разбойника. А этих продадим. Таверну. Не будем продавать. Я привел несколько пленных и хочу продать. Мы продадим, значит, вот это, Готово. Так, и значит опять посмотрим гарнизон. Я хочу посмотреть на Матильд. О! Матильд прокачалась классно. Она уже больше 30 уровня. А ну-ка, а Лена? Ну, Лена еще, наверное, где-то 29 уровня. А Лаен 27, скорее всего. Матильд у нас уже все хорошо. Так, готово. Леди Тамара. Готово. У кого мы будем забирать броню? Надо съездить в Венгард и посмотреть. Может, где-то там и есть отложенная броня. Я же не знаю. Так, отряд. Хана. Поговорим с Ханой. Наверное, у тебя Хана будет забирать броню. О твоих навыках. Не, ну не конкретно у тебя. Или у тебя, или у твоих подруг кого-то. Значит, мы ей дадим зоркость и слежение. Готово. Важно. Амбра, поговорить с тобой. Амбра, о твоих навыках. И Амбре мы дадим все-таки 18. Ловкости мы дадим, значит, вот это вот владение оружием, шестерку. Хотя я не знаю, зачем это. Потому что мы не будем ей. Мы будем качать теперь только силу. Все, хватит. Неважно, не стоит, не намного они будут увеличивать. Кишек Тен, поговорим мы с тобой. А, да, ты станешь наемником. И сколько ж у нас там получается людолов? 73 человека. Хорошо, это нормальный ход. Я сохраняюсь и еду в Венгард. Значит, все остальное, я же говорю, все остальные моды, кроме натива, это значит изделия, будем говорить, энтузиастов. Игре 9-й год. И она при минимальных изменениях все-таки еще популярна. За счет чего? Так вот и за счет этого количества модов, которые произвели энтузиасты. Огромное, колоссальное количество модов на разные темы, туда-сюда, на все остальное. Так, что там у нас? Кто это такие? Конный ополченец, легкий всадник. Давайте возьмем их. Конных ополченцев и легких всадников. Наемнички понадобятся, и много понадобится наемничков. Да, присоединяйся ко мне, обещаю. Да, за 2200 пойдем со мной, и мы едем в Венгард. Ну, это понятно, я же говорю, что... Поэтому, ну, то, что там... это те свадийские всадники. Ну, короче, сейчас съездим, оставим этих своих, а потом, наверное, нападем на них. На этих, это самое. За счет того, что за счет количества модов. Ну, на сегодняшний день я смотрю, что, значит, в общем, люди закормлены этим... И, короче, уже не особо там. Баннерлорд. Ну, Баннерлорд, это не последняя стадия, конечно. Я так думаю. Я думаю, что у это самое, у... И у этого есть будущее. Ну, это такое дело. Это тут можно рассматривать, как хочешь. Вопрос в следующем. Почему люди играют Mountain Blade? Вот почему. А, да, надо зайти и глянуть. Значит, зайдем в форт. Опять не то. Сейчас мы зайдем, значит, к Тамаре. Тамара. Леди Тамара, поговорить с тобой. На твое имущество. Да. Тебе не надо столько вот этого. Ох ты, сколько. Это еще барахло это не проданное. Господи. Твою мать.
Ладно, значит, мы у тебя забираем одни колготки, одни рукавицы, одно платье. Нечего. Вот я, блин, чё я не это самое? Войдем в форт, в конце концов. Ну, в общем, я буду говорить такие, может, грубые, нелицеприятные вещи, с чем вот людей, почему люди играют. Я, например, очень мало людей, это самое, знаю, которые, ну вот, мне там Mountain Blade не нравится. Так, я ищу кое-какое снаряжение. Дело не в том, что там нравится или не нравится. Дело в том, что люди, которые действительно вот, ну, начинают играть, очень мало я заметил таких, которые мне нравятся. После того, как они начали играть, люди обычно заболевают этой игрой, и она тратят на нее, ну, много сил, все им нравится. Ну это почему? Вопрос, почему? Закрытый бацинет. Почему? Значит, ответ такой. Это мой личный ответ. Я, значит, это самое. А ну-ка, что ты там? Купить оружие. Отбалансированный тяжелый рыцарский шестопер. 11 сил. Ну, я возьму его на всякий случай. Значит, бронебойный. Туда-сюда. Мордовский толстый, это все не надо, не надо, не надо. До свидания. И поедем, значит, у этой, может, что-то посмотрим. Может, какая-то лошадь у нее тут будет. Что ты бродишь вот это? Иди ворота охраняй. Он тут ходит. Под ногами путается. Так, подумаю прикупить лошадь. Мне только вьючные, все. Так, уйти. И, значит, отряд. И, значит, где ты? Там у нас... Тамара, поговорим с тобой на имущество. А давай мне шапку сюда. Рыцарский шестопер. Ну я тебе брошу сюда, пусть он тут у тебя будет. Угу. Потом, когда у тебя будет 11 сил, я тебе дам рыцарский шестопер. Хотя, может, забуду за него, не знаю. Так, Вингард. Вот теперь войдем в форт. Подъедем к этой подруге, поговорим. Зачем я у нее забрал? Ну, не два комплекта, значит, этого самого. И такого барахла, ну и... Так, арсенал форта. Ну, тут одна еда. Короче, так. Не надо. А кто его знает, как кто у меня будет следующая жена? Следующая жена у меня может быть и это самое, как ее... Саранитка. Саранитка. Знаю, как жизнь по вот это одна из прелестей Mountain Blade. Никогда нельзя переиграть так, как было. Ну, по второму кругу никогда игра не совпадает, абсолютно никогда. Так, все, что у нас тут в сундуке? А тут, короче, Матильд, что тут? Ну, тут, ага, из Лены. Да, я думал, может, здесь хоть какая-то броня есть. Здесь тоже ничего нету. И здесь ничего нету. Придется с кого-то снимать. Не хотелось бы. Ну вот. Так, вот леди Тамара наша. Суддийский конный ополчение, суддийский легкий садник. Я не знаю, смогу ли я с такой армией, короче, взять от этих, как их называют, дезертиров. Ну, значит... Мое мнение, вот именно мое мнение, я скажу такое. Я буду говорить грубо. Ну вот, значит, человек, который, ну, мужчина там или там женщина. Ну, женщина, наверное, в меньшей степени. Я думаю, что все-таки в эту игру играют в основном, конечно, мужчины. Но он там какой-то там, как это говорят, офисный планктон. Или какой-нибудь там фабрично-заводской работяга, быдло такое, я знаю, скот рабочий. Который там, ну, конечно, он понимает себя как человека, но вокруг все его воспринимают, так как он быдло, вот, понимаете, быдло. К нему так и относятся, начальник тупой. И, значит,
Или еще какую-нибудь там, знаете, такой мелкий, хитрый такой, какой-нибудь гадостный, что-нибудь скажет. Ну нельзя же это самое. Вот взял бы вот какую-то дубину, палку, вот как дал бы ему между рог, значит, чтобы у него ж эти, значит, между наглых этих глазок. Ну нельзя. Придут сейчас, значит, эти, значит, довольные такие, эти красномордые, эти менты, понты или кто они там с дубинками. Потащат, суд, тюрьма и так далее, да? И вот хочется, хочется такое, когда можно было взять в руки этот меч. И когда можно было себя утвердить как человека. Можно было стать, допустим, авантюристом, стать королем. Можно было не это самое, не ставя визы, не спрашивая разрешения у никого, выйти вот так и просто идти, насколько хватит сил. Невзирая и не смотря ни на границы, ни на что. Этот мир, короче, тот мир, в котором человек был более свободен, как личность. Пусть он этот мир был по-своему средневековый, страшен, там, ужасен и плох и так далее. Но вот в нем была вот эта вещь, личная свобода, которой сейчас нету. Мы сейчас как стадо баранов закрытые, каждый в своей стране, там, этими заборами, типа границы. Нас охраняют, чтобы мы не разбежались, чтобы мы работали на ту элитку, на того хозяина, который нами командует, который думает, сколько нам платить, как мы будем жить, как свиньи, или просто как хорошие свиньи, как породистые свиньи мы будем жить, как в Европе, породистые свиньи, а мы простые свиньи, вот так вот, хозяева так решили. Ну, это я так уже, короче, такое, тут миллион, но я говорю, вот это игру, в этой игре прельщает, поэтому я говорю, что эта игра, это сама по себе событие. Да. Ну, а в общем, на сегодняшний день, я думаю, что ребятки перекормленные Mountain Blade, слишком много на том же самом YouTube, всех этих роликов, всего массового прохождения. Хотя прохождение, я так посмотрел, убогие. Люди, ну, в основном убогие. Люди или продают себя, как типа вот, ну тупо продают себя. Или просто вот так тыкают, ну вот поиграл бы, да снял бы, да игра интересная, вот, может то, может все. На самом деле, конечно, люди, которые, ну просто вот поиграть, а вот так вот. Понимание того, что это игра, это событие, это какое-то такое вот что-то, действительно событие. Это игра события, поэтому она, так, никакой Assassin's Creed, никакой Total War, это оно. Ну вот сколько за этих 9 лет было модификаций игры Total War? Огромное количество. Но это же игры, это фирмы. Эта фирма выпускает игры. Игры. Это не моды любителей. Это игры. Ну, или того самого, вот, как его, Assassin's Creed. Сколько было игр. Ну, но это игры. Это не любители, которые сделали что-то свое для этого, не энтузиасты. Я же говорю, энтузиазм, ну какой энтузиазм? Ну поиграл месяц, да, надоело. Да, я уже все прошел, да, зачем мне это? Так, ну значит, чему это все говорю? Да, в общем, ни к чему. Просто я сегодня расстроился, потому что, ну, я буквально начал прохождение по столетней войне, и приходится его заканчивать, ну, чисто по техническим причинам, потому что там такое, ну, по техническим причинам продолжать его вряд ли буду, потому что, ну, собственно говоря, вкладывать труд какое-то время в этот самый мод, в его адаптацию, для того, чтобы потом, ну, снять эти ролики, которые нахрен никому не нужны, ну, артель напрасный труд, короче, наверное, вряд ли. Но я же говорю, замечательный мод, заведен данс еще на это самое, на историю героя. Ну, прекрасный мод, замечательный. Если положа руку на сердце, замечательный мод. Прекрасный. Ну, он тоже нахрен уже никому не нужен. Поэтому 40 файлов снято. И, ну, так и останется 40 файлов. Прохождения до конца не будет. Хотя, конечно, очень хотелось. Ну, будет прохождение The Last Days на канале. Это там вопрос принципиальный. Прохождение будет. Значит, The Last Days. Ну,
Prophecy of Pandar 3.7 там есть. Ну, там тоже такое, типа, тематическое прохождение, как, типа, ну, такое какое-то, ну, как это, где-то я слышал, с вызовом, прохождение с вызовом. Вызов там такой, убить всех, остаться должен только один, да, с этим вызовом. Значит, примерно всех этих Нолдеров, Шнолдеров и всех остальных там. Ага. Ну, это будет еще, потому что там наперед снято огромное количество файлов, огромное. Поэтому там будет еще, конечно, файлы по этому. И по этому моду, я не знаю, ну, тут обещано человеку, поэтому тут время от времени будут появляться какие-то, значит, видео по этому моду. Может быть, значит, ну, может быть, удастся закончить прохождение. Хотя я думаю, что нет, потому что тоже интереса мало вызывает. Поэтому будет, наверное, так, что, ну, время от времени, может, будут появляться видео о том, что в этой игре появилось новое. Все-таки как-то надо промоушен делать этому моду, потому что я думаю, что мод будет хороший. В свое время, значит, разработчик дойдет до того, что этот мод надо будет публиковать. Он будет, наверное, уже в совсем другом состоянии, чем это. И надо, чтобы люди как типа знали, что он существует, этот мод, что работа не ведется. Ну, как промоушен. Это будет так вот, наверное, скорее всего, тупо промоушен. А, ну и все. Ну, обещал начать Брутинвалду. Ну, не знаю, будет ли Брутинвалда, потому что, ну, не знаю, канал, наверное, будет съезжать с Mountain Blade, да. Закормленный. Народ закормленный Mountain Blade. Хотя я же говорю, собственно говоря, вот так посмотришь, посмотрел, я так глянул. Ну, фигня, фигня. Прохожди, ну, кому что нравится, конечно, такое. Ну, в общем, так вот. Вот так. Если, конечно, есть у кого-то желание, я же говорю, что пусть будет, чтобы на канале были прохождения этих модов, которые есть. Или прохождение каких-то других модов. Значит, ну, у меня убедительная просьба. Отписывайтесь, в конце концов, не ленитесь в этих самых в комментариях. Ставьте какие-то лайки, подписывайтесь, ну, какое-то движение создавайте. Ну, очень трудно что-то делать, когда нету обратной связи, нету отзыва. Да. Ну, так. Вот так, да. Ну, так я, что я хотел сказать. Ну, а на сегодня, наверное, все. Да, все. И все уже будет в следующем видео. Да, на сегодня все.